Помогут семьям в трудной жизненной ситуации. Завтра в Кирове пройдет семинар-практикум для тех, кто нуждается в помощи. Что это за семинары, какие еще события ожидают нас завтра, расскажет моя коллега Елена Шарыгина. Лена, привет! Привет, Катя. На самом деле это не семинар для тех, кто попал в беду, кто нуждается в помощи. Это будет работа специалистов. Они будут учиться, как работать с теми, кто нуждается в помощи. Это будут мастер-классы, то есть они не только в теории узнают, они на практике смогут составить сценарий для значимых семейных мероприятий, таких как День матери, День отца, День защиты детей и День семьи, любви и верности. Так, хорошо. Что еще завтра пройдет? Завтра день начнется с 8 утра. Глава администрации Илья Шульгин и глава города Елена Ковалева проведут оперативное совещание по вопросам уборки улиц. Вопросов много накопилось, наверное, у кировчан. Сегодня был сюжет, обсуждали в соцсетях, как плохо убирают город. Да, я думаю, там будет очень жарко, потому что действительно не справляются наши подрядной организации с уборкой города. Ну, что там будет, узнаем завтра. Кроме того, завтра в 10 утра во втором правительстве будет совещание у главного федерального инспектора. Будут обсуждать итоги реализации областной программы переселения граждан из аварийного жилья. Кто там будет присутствовать еще? Я знаю, что прокуратура будет. Да, представители правительства области, ОМВД, КСП и другие. Угу. Так, еще что-то есть? Да, завтра в 11 утра в Ленгасово будет открыт новый ветеринарный участок. И мы поедем как раз на это событие и расскажем о нем нашим зрителям завтра. Спасибо, Лена, что пришла и рассказала нам о событиях.